Всем привет, любители кактусов, суккулентов и других разных растений. У нас дождь на улице. Сейчас 17:00. Как вы думаете, что я первым делом делаю, когда прихожу домой с работы? Первым делом на первом этаже у нас собака на диване. Я ее целую и потом кричу на этаже: «Дети, мама дома!» Ну а третье, я бегу скорее в теплицу, даже ничего не поев. И сейчас я смотрю, утром я снимала видео, а уже все закрыто. Представляете, вот этот и этот вот белый лобивия и шампагне, который расцвел двумя красивыми. Ну и, конечно же, вот эти вот изумительные эхинопсисы гибридные, которые я снимала утром. Вы уже видели это видео. И все. Представляете? Ну, я их как-то раскрыла, переопылила, что с чем могла, что-то понаходила. В общем, переопыление произошло. Но, опять же, это не факт, что оно удалось. Так, и вот здесь уже все отцвело. Но назревают новые бутоны. Сейчас покажу поближе, как мамиллярии цветут. А там эхиноцериусы. Такие красивущие эхиноцериусы, конечно, бесподобны. Ну вот, хамоцериус опять показываю вам. И вот этот вот красавчик раскрылся. Ну, нравится он мне, такой вот, как змея, во все стороны. Вот этот вот тоже. Это я у Михи Кислинга купила. Вот он наверху вот так цветет. Так. Ну, конечно же, сулькаревуция рауши. Но что хочу сказать. Сейчас уже 6:00. И не успела сулькаревуция, все закрылась. А вот эта сулькаревуция еще пока не цвела. Возможно, и не подцветет, но кто знает. Она в прошлом году немножко приболела. А все остальные, конечно же, у меня различные сулькаревуции рауши. Из разных мест я покупала. Поэтому вот эти вот как-то поменьше цветочки. А вот те, что я показывала подальше, у нее цветочки как бы побольше. Сейчас 26 градусов показывает в теплице. Меня спрашивали в комментариях. Как-то я показывала, что паутинный клещ укусил кактус. И когда укусит сверху, точка роста нарушена, и все. И растет такая голова сверху, начинает расти. Сейчас я тоже покажу эти растения, потому что зрители интересовались, что же я с ними делаю. Давайте посмотрим вот эти цветочки. Ну, что я делаю, друзья, с ними? Ну, ничего плохого. Ничего. Просто оставляю и наращиваю новые головы. Ну, вот, посмотрите, у меня вот такие вот больных. 4 штуки, по-моему. Видите? И вот этот Хелена уже будет цвести. Ну, как его выбросить? Ну, не выбросишь. Ну, просто жаль. Посмотрите. Вот это мои больные 4 штуки с бошками такими растут наверху. Ну, нормально. Нарастет когда-то голова. Может быть, я обрежу и потом уже будем видеть. Давайте сверху. Я стала сейчас на маленькую табуреточку и покажу вам сверху цветение цериуса. Ну и, конечно же, еще один столбовидный будет тоже цвести. Ну, пока еще только зачатки бутонов. Ну, а здесь у меня вот другие цериусы. И вон там клейстокактус начинает цвести. Свои литопсы я перевела в дом, на окна. И здесь в теплице у меня освободилось много места. Ну, конечно же, туда стройными рядами станут новые кактусики. Только стоит их подкупить. Что у нас цветет? Что цветет сегодня, что будет зацветать. И я обязательно сниму это вечером.
А если вечером не смогу, то тогда в 5:30 утра. Посмотрите, какие огромные бутоны. Это какое-то сказочное, чудесное, превосходное чудо произойдет. И эти бутоны, я уверена, что они сегодня вечером, ночью уже распустятся. А я, вероятно, все-таки утром это будет, 5:30 или, да, наверное, без 15:06 я прибегу в теплицу. И это все поснимаю для вас. Потому что, ну как не снять такую красоту? Лобивия вот еще не закрылась. Сейчас я попробую ее с чем-нибудь переопылить. Ну и вот еще один бутонище. Вот. Вы представляете, что будет сегодня ночью в теплице? Я даже не могу представить, какая радость меня ждет. Посмотрите, моровеция цветет. И вверху вот там, видите, тоже моровеция. Это фиолетовым цветет, таким интенсивным цветом. Ну что, а мы с вами до свиданькаемся и ждем новое видео о цветении шикарных трихоцериусов, да? Я вас люблю, обнимаю, всего самого наилучшего.